Популяризация национальных брендов – это главная цель проекта для женщин-предпринимателей «Алтын-Оймақ». Конкурс проходит среди отечественных дизайнеров уже во второй раз. К слову, в стране растет число бизнес-вумен. По оценкам экспертов, республика занимает второе место в мире по доле работающих представительниц прекрасного пола – 49%. Они в основном заняты в сфере торговли, сельском хозяйстве, промышленности и секторе малого-среднего бизнеса. Как отметил председатель Совета деловых женщин НПП «Атамекен» Ляза Рамазанова, в прошлом году совместно с АБР были запущены образовательные программы по женскому предпринимательству. Семинары прошли в 11 регионах страны. Обучено более 500 сельских женщин-предпринимателей, а также был разработан электронный каталог. Совместно с ООН «Женщины Казахстан» в прошлом году Совет деловых женщин Атамекена запустили онлайн-каталог 100 идей для женского бизнеса. Мы концентрировались именно на тех бизнесах, которые женщины могли бы сделать в рамках своей семьи. Обеспечить занятость внутри семьи – это значит обеспечить правильную направленность маленькой ячейки общества в целом социуме.